Всем привет, это снова я, София из Москвы, привет. Что там, Светлана, по-моему, просила привет передать. Огромный привет. Что у нас сегодня, смотрите. Праздничное блюдо. Еще кофеек. Кофеек из ведра, как всегда, да-да-да. Тут у меня, кстати, тут какое-то потемнение. Какое-то такое... Молочка добавим до рыбка, да? Вот. Что хотела сказать? Лео, тебе тоже от меня огромный привет. Спасибо тебе за донат. Пришел твой донат. Имя там твое не видно, так что не переживай. Там просто твой банк. Вот так вот. Вот. Короче, знаете, что я решила? Мне нужен новый телефон. Вот буду выходить в трансляцию. Мне будут скидывать донаты. Да? Вот так. Я буду копить и куплю себе потом телефон. Вот так вот. Ой, какая вкуснятина. Пироженка. Мне тут хоть... Вчера хозяйка спрашивала, как пироженка понравилась, ну, которую в магазине покупала. Вот. А что хотела сказать? Галина Юрьевна, вам огромный привет. С прошедшим вас днем рождения. Желаю вам любви, добра. Глапопоучие. Ну, вы меня поняли, да? Чтобы у вас было все хорошо, здоровья вам побольше. Сильно на грядках не работайте. И не загорайте. Ну и всех благ. С прошедшим вам, вас днем рождения. Как он сегодня с Валером? Тут почитал комментарий, пишет такая мадам. Она тут зажила столько майонеза и пошла на свидание. Боится, что это мне покормят. А я не переживаю, покормят, не покормят. Я смотрю, это вы переживаете. Вдруг Иринка похудеет. Когда-нибудь я похудею и буду стройна, как Жоли. Мои хейтеры обалдеют. И будет им плохо-плохо. Но концовку еще не придумала. Понимаете, да? Он, кстати, два дня пролежал в холодильнике. Еще со стеней стал. Вафля такая вкусненькая. Так что вот так вот. Понимаете? Помните, я вам как-то говорила, что мне женщина писала, что у нее дочка в 12 лет весила 100 килограмм. Как вы мне потом написали, что я так грубо, почему сразу опека? Ну а как? Вот, я вам хочу сказать, я в 12 лет 40 килограмм весила. Понимаете? Так все. Так что вот так вот.
Ну, а сейчас скажете, ой, а почему ты сейчас такой бегемот? А я не бегемот. Я в меру питанный человек. Пишет такая Галина Янтарская или какая там, фамилию не помню. Это умственно отсталый человек. Что с ней будет дальше? Ну ладно, возьмем. Умственно отсталый, да, человек? Ну, вроде весна прошла, лето наступило. Вроде должны уже эти, как его там, срочники по весне уже все, отлежаться в больнице. А они все выплывают, все выплывают. И офигею. Рецепт печенья. Берете сливочное масло, сахарка туда. Ну, не знаю, не я пекла, мама. Соли также все это перемешиваем. Ну, конечно, и соду. Соду с мукой. Да, разрыхлителем не пользуемся. Ну, и сметану добавляем. Грамм 100. Ну, все. Чем толще тесто, тем больше оно будет мягче. Это простое обычное песочное тесто. Ну так вот, а вы что думали? Так что вот. Вот что-то конфеты, наверное, есть не буду, не хочу. Когда-нибудь ты похудеешь. Вот так вот. И будет вкусно, как всегда. Как говорится, ешь и худей. Вот у меня есть Дашечка. Дашечке огромный привет. Вот она ест и худеет. А вы завидуете молча. Вкусно. Обалденно вкусно. Вот так вот. Что-то я объелся. Ладно, скажу нормально. Что-то я объелась. Что-то я объелась сегодня. Мы же это с Артемкой сходили в баньку. Я ему спинку попалила, пошоркала вообще. Было так супер-пупер. Артем уехал в полном восхищении. Сказал, в следующий раз снова приду. Ну так вот. Так что, бабоньки,
Был у меня Артём, был. То, что завидуете молча. Понятно, да, вам? Было все супер-пупер. Подробности вам рассказывать не буду. Я думаю, вам это ни к чему. Вы меньше знаете, крепче спите. Так ведь? Вот. Ну, а вам что хочу пожелать? Приятного просмотра, дорогие мои. Вот, приятного просмотра. Не болейте, не чихайте, Галину Юрьевну, с днем рождения, всех благ. Так что вот так вот. Пишите свои добрые комментарии, я буду отвечать. Вот так вот. Ладно, всем пока. До новых встреч.